Мы сейчас находимся в банке. Безуспешно хотим купить юани. Мы пришли сюда. А здесь, кроме евро и долларов, не продаются. Поэтому, ребят, если вы соберетесь в Китай, если вы хотите купить юань, то это не в каждом банке. Поэтому, скорее всего, если мы сейчас их не найдем, возьмем еще вражеские доллары, вот, которые можно там будет поменять на юане, в любом обменнике, и уже выдвигаемся в аэропорт. Всем огромный привет. Так, ребята, наше путешествие начинается. Мы вызвали такси и сейчас едем в аэропорт. Там уже куча народу встретилась. Давайте сейчас ставлю одно видео, что ребята бегут, встречаются в бизнес-классе и так далее. У нас собирается вот такая интересная, веселая, дружная команда. Петербург. Представители Эксида из Петербурга. Приехали в столицу. Приехали в столицу, выдвигаемся в Шереметьево. Ждите нас, ребята. Так, смотрите, аэропорт Шереметьево, как он выглядит, 408-430, наши стоечки, и мы идем. Так, ребят, мы нашли свои, нам сейчас дадут вот такие вот курточки, как у ребят, эксидовские, и мы пойдем уже дальше. Ой, тебе старенькую фотку, что ли? А, или это фотка, которую не старенькая, делали? На визу мы делали, да. Ее... оставили. Да, ну, покажи, какие визы в Китай, как выглядят. Вот у нас наши стоечки. Какая-то большая прям такая была. Да, на весь паспорт. Вот. Нет, вот он. Вот это, да? Угу. Ну, только гляньте, какой здесь дьюти-фри здоровый, да? Изобилие всего, чего только можно здесь и найти. Вкусно. Да, что-то все импортное. Пахнет, что-то вкусно, на вкус. Да. И красиво оформлено, да, как-то нестандартно. Да. Все четко. Ну давай, за нас, за наш будущий отпуск, за Китай. Очень похож на наш. Потому что наш выход, видите, и это Аэрофлот. Погода у нас такая сегодня. Ну что, остался последний участник команды, который еще без паспорта, но уже в аэропорту. Через полчаса заканчивается регистрация. Ну почему же у вас остался последний участник команды? У нас есть еще два участника команды, которые в Москве, но без паспортов и без виз. Надеемся, к вам присоединимся завтра. На видео, да-да. А тогда еще раз. Еще раз. Шанхай. Куда летим? Шанхай. Грустно. На счет три. Раз, два, три. Китай. Шанхай. Да, все на меня. Так, у нас сейчас буквально через пару минут уже объявят посадку. Посмотрите, сколько нас тут
собралось, ребят, видите, с разных уголков нашей родины. Ребята, расскажите, кто откуда, вы откуда? Ижевск. Питер. Девочки, вы откуда? Иванова, Вологда. Омск. Таганрог. Санкт-Петербург. Что такое Омск? Ярославль. Мы в Ярославле. Казань. Все, видите, у нас большая страна, и всех нас объединяет именно такси. И еще и веселая компания. Это 8 часов лететь, да? 7.49. Ну вот, 7.49, видишь? Лететь 7.49. Ох, ни хрена себе, какой он большой. Смотрите. Аэрофлот. Ой, с телевизорами. А, я расстроился. Видите, какие штуки. Подсветочки. А это вот у нас уже простой получается. Так, 31, мы идем дальше. Какой же он здоровый-то, а? Так, смотрите, нас посадили вместе, естественно, посерединке. Ну, потому что нам... А это еще что такое? Бальзам для губ. О, берушечки, это круто. Все. Они тебя услышали? Да, я еще такое говорю. Мало ли кто храпеть будет. Лететь далеко, только берушки помогут. В общем, наш полет начинается, господа. Пожелайте нам приятного полета. Вот. И покажем вам Шанхай, потому что очень интересно у нас получится поездка. В лице целой компании. Если мы верим, что будет так. Ладно. Уже самолет идет на вылет, а у нас тут Маша звонит. Кстати, тут есть много фильмов, и здесь есть вход под наушники. Наушники дадут, когда мы только поднимемся уже и можем посмотреть. Sega Mega Drive 10. Есть вот такой вот пульт. Да? Джойстик. Нет, а здесь, кстати, оказывается. Сейчас, подожди, как отсюда выйти? Короче, вон там дядька играет. Я просто хотела показать. Давай, покажи. Я просто хотела показать, что здесь кроме. Много игр. Нет, что здесь даже кроме игр есть галерея искусств. Аудиокниги, гид по городам. Здесь, короче, спать некогда. Пока все здесь. И вон время полета даже. А, да, есть. Вот смотрите, до пункта назначения 7.34. Скорость сейчас в пути. И высота сейчас покажет в метрах 9500 метров. Короче, очень интересная тема. А я хочу фильм посмотреть. Жду, пока мне наушники принесут. А Марина будет играть. А вот смотри, нет, я хотела просто открыла, что такое галерея искусств, и здесь можно. Ну однажды. Видишь, смотри. Нажимай. Например. Какие-то. А, это фильм о процессе художественного творчества, вращающийся вокруг вопроса о нашей человеческой творческой силе, о том, как мы ее используем. Ну короче, ладно, здесь, короче, очень много чем можно заняться. Так, смотрите, у нас время ланча, да? Здесь курочка, какой-то салатик,
еще что-то. В общем, все съедобно, как обычно, нормально. Я, честно говоря, даже удивился тому, что действительно наливают вино, например, да, белое, красное. Вот. В полете никогда не пью, просто сейчас пообедаю и спать. Но фильмов куча, смотреть можно много. Полет, в принципе, нормально идет. Вот. Давно мы не летали с тобой, Марин, да, так далеко? 3-4 часа это максимум. А сейчас 8 часов лететь еще. Так, время у нас получается почти 10 часов. На улице он показывает пасмурная погода.